Добрый день, вас приветствует группа «Авторазборка ВАЗ» в Крыму. И сегодня вкратце расскажу вам о тормозных дисках, которые используются на переднеприводных ВАЗах. Итак, если рассмотреть все переднеприводные ВАЗы, которые только есть, на них устанавливается какой-то из этих дисков. Все диски делятся на вентилируемые и невентилируемые. Вентилируемые — это диски вот с такой прорезью посередине, то есть она как бы из двух частей состоит. Соответственно, это разделение для охлаждения, ну а тут есть слово вентиляции, и невентилируемый, то есть это обычный литой такой набалдашник. Помимо всего этого, диски бывают 13 и 14 радиуса. Итого всего имеем мы на переднеприводных ВАЗах, мы имеем вот три диска, три вида дисков. Первый — это диск невентилируемый. Если мы видим, мы сразу понимаем, что это диск 13, то есть 14 невентилируемых не бывает. Второй диск — это 13-й вентилируемый, и далее это 14-й вентилируемый диск. Он чуть-чуть больше, соответственно, чем два предыдущих. Вот такие диски, 13-е невентилируемые, устанавливались на восьмерках, девятках, 14-х, 15-х, ну и 13-ках, соответственно, на всех Самарах. Как правило, точнее не как правило, на всех Самарах, кроме Лада Супер Авто, ну это 4-ка с 16-клапанным мотором, на всех Самарах и восьмерках устанавливаются вот такие диски со стока с завода. Вот такой диск, 13-й вентилируемый, идет уже на десятках. Десятки, 11-е и 8-клапанные, 12-е имеют вот такие диски. Что хочу сказать, что на десятках, Калинах, Приорах, в общем, на всех автомобилях уже, кроме восьмерки и десятки, не могут стоять такие диски. То есть на десятке не могут быть такие диски, если их только когда-то кто-то туда не затулил. На десятке может стоять либо 13-й вентилируемый, либо 14-й вентилируемый. 14-й вентилируемые диски, как правило, стоят на 16-клапанных двигателях. То есть если вы открываете капот и видите, что под капотом 16-клапанный мотор, то это значит, что если его туда установили на заводе, это 16-клапанный мотор, то там, как правило, будут стоять 14-е вентилируемые диски, то есть самые большие. А на 8-клапанных моторах будут стоять вот такие 8-клапанные десятки, и 8-клапанные приоры и двенашки будут стоять вот такие 13-е вентилируемые диски. Что хочу также отметить, что могут возникнуть трудности с установкой запасного колеса. То есть если у вас на машине стоит вот какой-то из этих двух дисков, 13-й, то вы можете одеть любое запасное колесо, и 13-е, и 14-е. Это речь идет только спереди, потому что понятно, что это передние тормозные диски. А если у вас стоят вот такие диски, 14-е вентилируемые диски, то вы наперед 13-е колесо не поставите, оно не налезет из-за того, что будет упираться в суппорт тормозного диска. То есть, если у вас такие колеса стоят, то и запаска у вас тоже должна быть 14-я. Итак, вот такой краткий обзор. Теперь можете вы не путаться, какие бывают диски. Вы можете легко проверить, какие стоят у вас диски, и уже от этого отталкиваться. Все эти диски не взаимозаменяемы между собой. То есть, если у вас стоит такой диск, то вы должны поменять его на такой. Если у вас стоит такой, вы должны его поменять на такой. Иначе придется менять дополнительно либо скобу суппорта, либо весь суппорт.